Друзья, всем привет! Сегодня прекрасный солнечный день, суббота. Наконец-то у меня выходные. Только по вечерам, после 7-8 вечера, после рабочего дня, умудрялся хоть какие-то работы производить в курятнике. Еще что хорошо, приехал друг Серега, помогает мне. Ну, вернее, кладет плитку в санузле, в пристрое, в маленьком доме. И по вечерам мы с ним активно делаем курятник. А сегодня в выходные приехала батя, родственники приехали. И мы мужским коллективом решили накинуться на утепление курятника и по максимуму сегодня сделать. Сейчас вам покажу, как в итоге мы его утепляем. Конечно же, сразу к кирпичу с внутренней стороны мы и не хотели класть утеплитель. Там будет вентзазор. Сейчас я покажу фотки. Я фотографировал специально, какой слой за слоем, как там что идет. Вот. Ну и смотрите, на каком сейчас все этапе. Вот, получается, эту стену вы уже видели. Стена встала, вагонкой обшита старой. Эту стену также обшили вагонкой старой, со старого домика. Что получается здесь? Там маяки, набиты рейки. То есть, получается, между кирпичом и вот этой вот пленкой, ветровлагозащитой, есть зазор. Там гуляет ветер. Сейчас здесь будут набиты еще рейки. Здесь будет утеплитель. И также будем зашивать... утеплитель, потом пароизоляция. А потом будем зашивать USB плитами вот этими. Купил, сейчас съездил. Потому что старые вагонки уже нет. Все использовали. Ну, хорошо, хоть так пришло. Ну, удалось сэкономить на обшивку вот этих двух стен, точнее даже трех. Сейчас покажу. Вот дверь тут у нас стоит такая. А тут ребята работают. В общем, осталось обшить эту стену. Эту. Вот. Ну, а дальше увидите, что будет. Покажу, здесь будет такой, скажем так, тоже будет перегородка такая из сетки сварной. Здесь будут насесты, сами куры. А здесь вот такой будет выгул, как я уже и говорил. Наладили станочек распиловочный, старый еще, от деда остался. Теперь рейки распускать удобно, ну, на разные размеры. Так что, вот такие дела. Ладно, меньше буду разговаривать, буду больше показывать.
знаете, чем хотел с вами поделиться? Все-таки хорошо, что районный центр у меня находится в 15 минутах езды от дома. Потому что уже, наверное, не пересчесть, сколько раз мне приходилось туда мотаться. По каждой мелочи. Саморезов там купить. Да что-то вообще постройки. Каких-то там это мелочаны какой-то. Так что те, кто подбирают участки себе, вы про это не забывайте. Потому что вечно что-то надобится. А каждый раз скакать там за 50 километров — так себе удовольствие. Сейчас поехал в районный центр. Нужно докупить утеплителя. Потому что сегодня у меня аж выдалось полдня на то, чтобы посвятить строительству курятника время. Так что мчу в магазин. Немножко, конечно, обидно то, что я живу, считаю, в лесу, рядом с лесом. А в этом сезоне я ходил за грибами пару раз. Но, конечно, от работы никуда не денешься, потому что очень много денег требуется. Везде, куда ни плюнь, сейчас требуются деньги. И на стройку, да и вообще на жизнь. Так что работу я пока бросить не могу. Как бы мне не хотелось, на рыбалку или за грибами. Надо как-то все успевать. Теперь я как-никак понимаю, что такое нехватка. Дорогу разбили эти, как их, лесовозы. Как-никак понимаю, что такое нехватка времени. А по поводу этой минеральной ваты, да, конечно, с ней работать то еще удовольствие. Придется сегодня после рабочего дня нырять в пруд. Несмотря на то, что сентябрь месяц. Ну или душек есть летний. Посмотрим, в общем, как настроение будет. Друзья, сейчас будем заниматься не очень приятным делом, а конкретно укладывать утеплитель. С Серегой. Дружище мой, кстати, вот приехал, канал нас познакомил. Вот, и активно мне помогает. Серег, огромное тебе спасибо, потому что без тебя бы я бы долго раскачивался еще, друзья мои. Вот, так что чем больше рук, тем больше возможностей, желания двигаться вперед. Поехали. Друзья, спа процедуры по-деревенски. После минеральной ваты нужно сполоснуться. Приехали с вами на деревенский пруд. Ну, была не была. Все, а теперь не для камеры, а то голышом купаемся. Ну что тут у нас? Любимая затея, да? Мучить землероек. Ах ты! Не жалко тебе мышку-то?